Мы можем вызвать охрану? Да, просто уберите его, пожалуйста. Душа мальчика принадлежит мне. Майк? Майк, что ты только что сказал? Я сказал, душа мальчика принадлежит мне! Всем привет! А остальным соболезную. Сегодня мы с вами погоняем в такую игру, как Escape the Ayuwoki. В этой игре у нас враг Майкл Джексон, только, так понимаю, мертвый. И мы играем за маленькую девочку, которая решила сходить в гости к Майклу. Но что тот так рад, что аж как увидит ее, сразу целоваться лезет. Короче, игра основана на крипипасте. И популярность получила в 2019 году. Я буду играть старую версию, так как если я буду играть новую версию, то у меня будет сильно лагать. Короче, погнали играть. Где я нахожусь? Надо мне, конечно, выбраться отсюда. Времена идут, а Майкл даже не изменился. Даже после смерти и так приглашает детей к себе домой. И, кстати, этот дом стандартный, как бы из Unity. Так, как бы ночь на дворе, нехер тут свое говно слушать. Короче, это клок, мне нужно вот эти вот стрелочки брать и ставить на клок, и тогда крутить. И не знаю, для чего это. И как бы тут еще туалетная бумага разбросана, блин. Да. Как бы это все тут и так говорит, что тут это не место, а полный сортир. Ну вот, видите, тут даже картина, стенки, все в дерьме, блин. И пол, естественно. И не кажется, что его слы... Блин, это не очень хорошо, когда скрипачи начинают так жестко скрипеть. О, ни хрена себе небольшие, конечно. Блин, а я не знаю, как крутить. Ой, что? Нет, только не надо. Не шуми, все придет, блин. Окей. Он даже ползком... О, кстати, двери открылись. Типа он даже ползком там пробежал около меня и даже не заметил. Окей. Вы это слышите? Слышите? Они говорят... Псс, подпишись на канал. Бешеный гоняет по хате. Сейчас золотую дверь откроем. Едите, у него тут месячные были. Блин, а почему доски такие желтые? Звук такой однообразный. Ой, Майкл Трахсон сюда идет, кажись. Меня тут нет. Блин, мне кажется, что он прям впереди этих коробок. Нахрен ты кричишь? Наушники просто были включены. Пов, когда ты включил телевизор, когда тебе мама не разрешала. Так, он пошел смотреть программу Малахова, а я пойду исследовать его жилой дом за тем, чем мы были. Я даже не знаю, как это сказать. За стеной, короче. Блин, я как всегда просто гениален. Обманул его звуком, вот и так вот. Блин, этот подвал оказался каким-то более неинтересным. Бля! Блин, ну как это так? Я в этой комнате ключ просрал зеленый. А так бы я бы, если бы он меня бы не убил, бы я бы его бы не нашел. Так, крадемся. Мне того раза уже хватало, чтобы так сильно обосраться. Да, я, по-моему, еще сколько я вот играл в игры, я так еще не срался. Потому что у меня были наушники на все включены. Ну, блин, чего бы я ожидал, интересно. Окей, я же думаю, сзади меня хренит, ой. Тут меня сразу говно уже встречает. Кассета. Okay. Ключик красный. Блин, они так еще покрашены. Да, такое детям лучше не показывать, что там было. А хотя, я же смотрел и ничего.
принципе, норм. Блин, меня этот проход вообще не радует. У меня такое ощущение, что сейчас оттуда Майкл Джексон выскочит прямо на меня. Блин, я уже его боюсь. Ура, ура, вот она, красная дверь. О, боже, как я этого ждал. Ран. Вот вам и урок, мои детишки. Не ходите в гости никогда к Майклу Джексону.